то я перед тобой извиняюсь за это. Не куча лаха в городе, охраплю прямо им в ебало. Табачи пятки забивают, типа курят бланты. Финансово раскрепощен, хочу рубли и баксы. Еду домой к маме, папе, кажется, они гордятся. Хотел наебать, сейчас сидит в микрофинансах. Путаю новых рэперов, как китайских иностранцев. Тоже хочешь подняться, но зачем ты лижешь яйца? 250 кусков за мои 8 строчек правды. Придется передать наличкой, мои карты заморожены. Транзакции, скриншоты, пруфы того, что мы работаем. Пиздатая комната, тот не роняет водные. Он говорил хуйню, мой брат найдет все его вводные. Учу малых делать лаве и растить капиталы. Кстати, барыги всегда были чертами на кварталах. Мой брат пиздил их ногами, слепил из них оригами. Как ты скажешь это маме, алю меня задержали? Вторая половина города, а ты не тоже знает. Начинали 20, остались только мы с пацанами. Помни мои слова, я никогда не буду лоялен. Блядь, не нравится. Да похвастай. 68 молитв за моих пацанов. Молюсь. Оступался на балконе, но я не вышел в окно. Сводил тебя за два кача, ты хочешь стать моим кентом? Город теперь знает, так что мэрия, свяжись со мной. Эй, мы обсудим планы продвижений. Твои 100 треков не стримятся даже при вложениях. Платишь долбоебам, не платишь микс-инженерам, чтобы твою хуету на стриме просто посмотрели. Хочу лед на шею, я хочу обморожение. Еду на студию рано, чтобы еще больше сделать. Видимое зло, раз почти ко всем отвращения. Перерос кумира, пизжу свожу и больше делаю денег. Еще один повод обсудить меня. Кто плохие люди, вы все знаете и без меня. Если хватит денег, тогда попробуй купить меня.